управление осуществляется вовсе не в тех сферах, о которых нам все время говорят со страниц газет, там, в теле- и радиопрограммах. Нет. Управление любой страны на четвертом приоритете глобальной концептуальной власти осуществляется с помощью судного процента. Посмотрите на судный процент, который внедрен в эту государственность, и вам станет все понятно. За время перестройки судный процент России прошел путь от 20 до 210% годовых. Посмотрите статистику, он все время вот так прыгал, начинал падать, потом опять возрастал, начинал падать.